В Центральном парке Шымкента 10 бригад скорой помощи проводили учения. Медики соревновались в мастерстве оказания первой помощи. Кто-то спасал больного сердечным приступом, другие принимали роды. Но самым сложным участники называют выезд на место аварии, а также острый коронарный синдром. Говорят, трудно заводить уже остановленное сердце. И каждый раз организаторы учений усложняли задачу. То, что происходило в самом центре парка, это ежедневная работа сотрудников скорой помощи. Они отмечают, что в этом году удалось увеличить количество успешных реанимаций. Меняется техника, методы оказания помощи, чтобы снизить уровень смертности. Мы, наверное, не так были оснащены раньше. Мы могли бы, первая цель была побыстрее довести до стационара. А сегодня мы знаем, первая цель не довести до стационара, а правильно довести. То, что сегодня происходит здесь, это наша ежедневная жизнь. Ежедневная наша работа. Но как мы их оказываем? Какое качество оказания? Вот самое главное.